После операции со швами мы все равно решили его поднимать в штангу. А что делать, если тянет, занимался спортом? Вообще не слушаем себе того. Со швами все так. Но было облегчено, всего 30 килограмм.
Почему она свидание со вами? Почему Лёхи? Напомню. Сейчас до свидания со вами, еще поделаем все. И хватит, мы сейчас на прием на перевязку. Мне осталось упражнение руки с там бельёжа, со швами тоже. Вы знаете, уже 50 килограмм, да, но я так боюсь, что там швы, если придётся 30 килограмм, три подхода по 12-13 килограмм. Сначала так.
а не я. Теперь смотрите, как мы лазим с вас с вами. Но пресс можно. Вот сюда. Сюда. Блин, что я творю вообще? Еще вспомнил три упражнения, которые можно выполнять на деле. Стоя, лежа, висим, теперь сразу лежа. Это крайне опасно. Блин, когда вы были со швами, мы можем делать осторожно. Ложитесь на спину. Наверное, лучше к вам. Вам уводить ногами вперед. Ура! Я смотрю к вам. Мы это не дали друг для вас. Смотрите. Ничего так. Это, когда я нашвырил, вообще думал, а я много раз показал. Все это щелкает, кости на шпорте, разминается уже. Ну и третье упражнение. Сейчас я вам покажу. Это спина у меня. Наверное, лучше снять это сюда. Я вам покажу. Вот, третье упражнение. Тяжесть там и присели. Ну, это легко. Вот так делаем, там делаем. То есть делать упор одно колено на хвост, этот номер с одной колено ставить на табуретку, и ту, вторую край. Там на вторую делать упор и пошли. Все лучше придержать. Ну и так далее. Вот эти жилы уже появляются у нас. Это бывает уже 3 месяца. Прожилки уже видно. Все, наверное, да. Где-то у меня все. В общем, теперь уже походу. Даже если... Даже если вам доктора запрещают это делать. Все, на этом всем пока, с вами были. Телевизор, блин, старый, сам по себе выключается лампой LG. Компания LG. Надо его к мастеру сносить на диагностику, ремонт и починку. Да.
задолбал, он уже сам по себе отключается. Там, кстати, свет идет. Че я выключил-то? Ну-ка, интересный сериал. Свет, смотрю по пятому каналу. Куда скучно? Одному жить скучно. Ну, пока надо себя в порядок привести, потом уже девушку искать. Себя и квартиру в порядок привести. 80 лет Победы, кстати, скоро 9 мая, День Победы. 70 лет исполняется в 2015 году. На данный момент 25 апреля 2015 года, когда я снимаю, когда я записываю данное видео. Вот еще есть, еще очень много упражнений на самом деле. На пресс есть, но я сейчас не могу делать на пресс, серьезно говорю, зашел. Вот, смотрите. Просто разбираете, например, штангу, вот это 5 килограммов, блин, один, 10, 2, 15, 3, налаживаете их на грудь, это по, так, блин, я не могу сейчас записывать, нет, у меня сейчас все, сейчас, подождите, я подготовлю. Ну, так понятно, но, блин, я не могу сейчас это делать, мне точно шуру буду себе. Что там? Вот, как ты это делаешь? Налаживайся. На себя проводишь много времени. Лучше опереться, например, об стену. А можно не опираться. Ну, в общем, помню, ремонтики, да? И стену опереться или лечь. Но вот я не буду делать, потому что не знаю. Почему? Я просто покажу, как это делать. Это не самое, да? Системный тренировал. Мысленный. Ну, пошел. А у меня сейчас просто все там заполшило. И не могу. Вот так делать, хотя бы, да? Берем это. Мне сейчас сильно помню. А потом я посмотрю по жизни, обязательно обещаю. Ну, я уже даже не видел. Смотри, где моя чудесная шапка? Как я обещаю? Вот, ну, вот. Ну, еще тут можно приседание поделать. Приседание с ровной спиной. Это легко. Качаем мышцы ног. Мышцы ног качаем. Главное, собственно, это пора кушать и отдыхать. Как вы сейчас затрагиваете, понимаете? Особенно ничего не сделал. Ну, а на обед у нас, конечно, правильное питание. Здоровое правильное питание, это гречку сварились, а, все уже, полчаса ей варится, 20 минут. Гречка, увелка, да нет, ядрица тут, что увелка, увелка, магазинные продукты. Ну, в принципе, особо отличный, как вкусно гречка это пахнет. Это сложный углевод, после занятий спортом, фитнесом как раз. Я сейчас еще поделал по три подхода, записал только по одному, чтобы долго видео. Ну сейчас будем правильно питаться. Сольем гречку, разрежем, приготовим. После занятий спортом, чтобы восстанавливались мышечная масса и мышцы, нужен мед и перед занятиями лучше. Мед я уже рассказывал, гречишный мед. Тут написано, применяется при лечении заболеваний органов дыхания, авитаминоза, сердечно-сосудистых заболеваний, гипертонии. Ну и просто для поддержания формы здоровья. Так, все, сейчас будем готовить. Да ёб твою, давай дивизию. Одной рукой какой хрена наш, кто-то снимал. Какой-то хуйнёй маюсь, блин, всю жизнь. Так, а тут у нас гречку я люблю. Что за запах-то такой? Что за запах? Что за чудо? Так, вот томатная паста не содержит ГМО. Ну так пишут, без сахара. Не содержит генетически модифицированных продуктов ГМО. С
Состав только томатная паста, вода питьевая, без соли, без сахара. То есть как раз подходит нам томатная паста такая, только свежие выжатые помидоры, типа того. Ну поверим производителю, насколько он честный. О, гречка. Вот это у нас будет правильное питание. Хули этими фастфудами питаться. Всю жизнь за них я испортил. У меня появились папилломы, лишний вес, и все, сейчас с этим активно боремся. В принципе, получается у нас фастфуд стал самым сильным. Хозяйничаем тут. Ну и все, и добавить сюда либо сыр, вот у нас твердый сыр чечил, не было, блин, этого прибалтийского сыра, а тофу уже не поднадоело, тофу это соевый сыр с 4%, 4 грамма жира, там все. Ну вот твердый сыр чечил, можно, тут 9 грамм пишут, а нет, 18 грамм, блин, вот 18 грамм жира, но всего 100 грамм тут, всего 100 грамм падает, да? Опа, масс нет такого. Масс нет. Было 100 грамм, вроде написано. Ну, в общем, 100 грамм тут есть. На дне упаковки. Масса нет, а 100 грамм, да, но не было сыра прибалтийского, там всего 9 грамм жира. Его заменяю. Или фитнес, там 5 грамм, тоже 5-9 грамм жира. 9% жирности, всего там 4-5 грамм жира. Либо фитнес иногда продают в Райте. Ну, в таких магазинах, как Карусель, Райт. Либо прибалтийский сыр, там 9 грамм, тоже твердый сыр. Но раз не было, взял чечил сыр, тоже твердый. Ну, 18 грамм жира многовато, конечно, но не так. Я и так уже куда, я уже показываю себя прямо сегодня. Так что ничего страшного, можно и так побаловаться. Все равно это правильный продукт, сыр. Твердый сыр. Но вот гречка очень правильный продукт. На ней я худел, потому что это сложный углевод, переваривается долго. И одну тарелку растягиваю маленькими порциями. Растягиваю на... Вот с сыром добавить сюда придать. Сейчас готовый продукт еще сниму. На целые сутки растягиваю. До 18 часов. На 3-5 приемов пищи маленькими порциями. Вот так питаемся правильно и здоровой пищей. А где у нас? Где у нас? Как-то не вяжется это все. Эй, вот оно, подоконник, он весь, он еще прохладно. Кефир на каждый день. Я ведь кефир каждый день. 1%. Вот чего не хватает в картине. Вот теперь все на месте. Сейчас будем готовить. Это мы еще только заготовку сделали. Смажем томатной пастой, чтобы одну гречку сейчас. Я уже все похудел, с диету хожу. Но гречка все еще так китайская каша. Не гречка, рис. Вот гречка, рис и добавляем туда. Что-то, чтобы было вкуснее, а не просто такой же продукт. Тот же бананчик можно порезать. Белый обед называют. Сыр, банан, приправить томатной пастой. Ну а мед отдельно с чаем пьем вместо сахара. Все на этом, сюда я с вами говорю. А вообще для наращивания мышечной массы нужно употреблять еще и белки. Они содержатся в изобилии, ну как сказать, в избытке в куриных яйцах.